Друзья мои, всем привет! Очень рада вас всех приветствовать на моем канале про вязание. Меня зовут Рая, и сегодня я хочу ответить на вопросы тега, который называется «Шпаргалка для блогера». Ну, те девочки, кто меня смотрят, знают, что я вышла на работу, но пообещала 2 ролика в неделю выпускать. И сегодня я очень даже так вот случайно зашла на YouTube, даже не собиралась, но увидела у Ирины Маркеловой тег. Не собиралась смотреть, зашла на YouTube просто посмотреть подписочки, если в подписках что интересного, кинуть в... посмотреть позже, да, в плейлист. Но увидела у Ирины Маркеловой тег новый, решила посмотреть, вопросы мне понравились, ответы Ирины Маркеловой мне очень понравились. В общем, я решила, пока я сегодня на выходном дне, решила тоже ответить. И... Значит так, автор тега Анна, по-моему, вязаный стиль от Анны. В общем, ссылка на автора и сами вопросы будут оставлены в описании под видео. Кому, девочки, интересно, кто блогеры, да, проходите и отвечайте обязательно. Очень интересные вопросики. Мне бы так очень было многих девочек интересно посмотреть и узнать их ответы на эти вопросы. Так, вопросов 15. Я сказала вам название тега, да? Шпаргалка для блогера, так называется, но вы в названии уже видели. И первый вопрос. Расскажите, как вы развиваете свой канал? Частота загрузки видео, коллаборации с другими блогерами, мастер-классы. Так, частота загрузки видео. До недавнего момента я загружала видео регулярно. Бывало, что у меня и каждый день видео шли, бывало через день, максимум через 2. Но 4-5 роликов в неделю у меня всегда выходило. Сейчас меньше, да? Как я уже говорила девочкам в предыдущих видео, те, кто смотрели меня, те знают, я вышла на работу. И сейчас видео будет у меня пореже, но новости мои в любом случае будут, потому что есть на работе возможность вязать. Будет, в общем, влоги. Получалось у меня так, что до этого времени пара влогов за неделю я в легкую снимала, да, получается, 3-4 дня поснимаю влог, и у меня какая-то готовая работа появлялась, я влог заканчивала, и уже потом начинала сразу новый. Пару влогов за неделю у меня выходило. Сейчас я снова начинаю снимать недельные влоги. С понедельника по субботу или по воскресенье, ну, думаю, что так, чтобы или в воскресенье, в понедельник выпускать уже влог, да. Удобнее будет, наверное, в воскресенье, когда выходной день. В общем, я еще точно посмотрю, потому что сейчас у меня снимается влог, он у меня практически за 2 недели будет. Ну, за 1,5, скажем так. Вот. 2 видео в неделю будет в любом случае, даже по правилам YouTube, чтобы где-то вы как-то продвигались, чтобы где-то даже в рекомендованных видео вам другим людям показывали все. Пара роликов в неделю должна быть регулярность, минимум, да. То есть те, кто реже выпускают свои ролики, развиваются не так сильно, ну, не так стремительно, да. То есть в любом случае нужно, чтобы постоянно контент выходил. И 2 ролика, минимум 2 ролика, все говорят, те, кто вот занимается раскрутками на YouTube и все, все говорят, что нужно 2 ролика в неделю как минимум. Поэтому я в любом случае 2 ролика выпускать буду. Я хочу, чтобы мой канал дальше развивался, поэтому 1 влог, ну и какая-то болталочка или что-то, может, другое, да, какие-то покупки, планы там или что-то такое буду вам показывать. Это... Одно. Дальше. Коллаборация с другими блогерами. Да, была у нас коллаборация. Те девочки, кто давно со мной, те знают, что мы снимали челлендж 24 часа с девочками, с блогерами. С Аленой Паращенко, с Диной Кожановой и с Настей Нитвазан. В общем, Дина и Алена девочки популярные. И у нас так вот получилось, что, в общем... Их подписчики пришли ко мне, в общем. Ну, мне очень понравился, конечно, такой опыт. Я бы еще не отказалась такое снять, да. Очень здорово было. И на самом деле тогда у меня было очень много просмотров. Такой популярный был ролик, потому что смотрели у Дины, смотрели у Алены. И сразу же переходили по ссылке. Девчонки оставляли, естественно, ссылки, да, все на нас. И переходили, посмотрели нас и подписывались кому-то. Если, допустим, ну, зацепило, то сразу же подписались. Ну, было очень, конечно, мне приятно и очень мне это дело понравилось. Надеюсь, что мы еще когда-нибудь что-нибудь подобное повторим. Вот. И
Мастер-классы, да, естественно, я вижу прекрасно, что те девочки, которые не снимают на своих каналах мастер-классы, а вязание это такая ниша, не сказать, что популярная, нас очень мало вяжет, да, народу, девчонок. И поэтому те девчонки, которые не снимают мастер-классы, у них просто ролики развлекательного характера, у них очень мало подписчиков. Подписываются в основном, да, на каналы, на которых есть обучающие видео, да, то есть не только где-то можно и поболтать, и что-то повязать, да, под болталочку, но и где можно чему-то научиться. И те девочки, кто обучают, у них подписчиков достаточно много. Те, кто просто развлекательного характера, они уже много лет на Ютубе, но подписчиков мало. Поэтому я понимаю это, то я, девчонки, честно скажу, я не ленюсь, я хожу не испоредка шарюсь по другим каналам и смотрю по статистикам, да, как и по просмотрам и все. Ну, вижу, что где мастер-классов нет, просмотров мало. Поэтому вот так. Вязание такая ниша, не сказать, что чересчур уж популярная, да. Хотя, ну, все равно какое-то развитие идет, и ручная работа становится тренде, скажем так. Вот. Дальше второй вопрос. Рассказывали ли о вас другие блогеры на Ютубе? И вы сами рекомендовали ли молодые каналы в своих видео? Так, обо мне, да, рассказывали. Очень много подписчиков пришло от Алены Паращенко ко мне. Алена про меня рассказала тогда так подробненько. Ей тоже понравился этот марафон 100. И тогда она хорошо так поведала обо мне, и очень многие девочки пришли ко мне от Алены, и потом писали очень много комментариев. Спасибо Аленушке Паращенко, что показала на твой канал. И, ну, а я-то как довольна была, как тысяча слонов, слоняр. Вот. Потом кто обо мне говорил? Обо мне даже Алина сказала совсем недавно. Алина вяжет канал. Тег «Щепетильные вопросы» она снимала и говорит: «Спасибо, Рая, у нее я, говорит, увидела». Ну, Рая вяжет канал назвала. Ну, конечно, я тут тоже вся довольна была. Потом Наташа СВ, Наталья Савицкая, тоже про меня. И не раз она, по-моему, в своих роликах меня упоминала. Даже недавно совсем у Наташи влог был, и она там показывала фотографии, ну, девчонок, которые вяжут по ее мастер-классом. Я по ее мастер-классу вязала кардиган. У нее очень замечательный кардиган «Ландыш». И я вязала себе такой кардиган. И благодаря этому кардигану появился мой канал на Ютубе. И сделала фотографию. И тогда Наташа послала эту фотографию девчонке. Ну, честно, я так только, конечно... Наташа все подписала. Рая, фамилию. Канал Рая вяжет, ну, девочки, ну, фотка, конечно, та была убойственная, вот руки б мне оторвать за такие фотки, конечно, я сейчас лучше стала фотографировать, более-менее разбираюсь. Вот, потом кто еще про меня, еще кто-то говорил, Альбина, канал Альбина Лайф, вязание и жизнь, еще кто-то меня вспоминал. Ну да, за меня говорят, и знаете, и мне очень так приятно, если за меня говорят популярные блогеры, значит, они меня смотрят, и мне это очень приятно. Я бывает, что я всех вот этих девочек, я сама на них на всех подписана, всех смотрю, поэтому мне очень приятно, когда я сижу, и тут еще тогда эта фотография стрёмная, но все-таки это моя фотка, и мне было очень приятно. Вот. Говорила ли я про кого-то? Да, я говорила на своем канале про Машу. Мари Хобби, мама рукодельница, канал мы создали практически в одно время каналы, но Машенька сейчас тем каналом пока своим не занимается, она очень хорошо вяжет крючком, я оставлю на нее ссылку, но сейчас пока у нее, мы с ней ВКонтакте переписываемся, мы с ней общаемся, девочка с Украины, и в общем, пока она сейчас не снимает, но мне нравится ее стиль, мне нравится, как она вяжет, конечно, она будет снимать, пока у нее немножечко другая ситуация в жизни, она сейчас немножечко занимается собой, но я думаю, все впереди. Маша, если ты меня смотришь, давай уже собирайся, бери ноги в руки и снимай видосики. Хочется что-то еще у тебя посмотреть. Вот, это обязательно упоминаю, конечно. Еще кого-то говорила, точно сейчас не скажу, ну, про Настю Нитвазан, естественно, говорю. У Насти канал помоложе моего. Даже помимо челленджа еще говорила про нее где-то, ну,
Тоже, кстати, ссылочку на нее обязательно оставлю. Недавно тоже Настя писала, она тоже уже давненько не снимает. Она, ну, тоже что-то у нее там какая-то другая ситуация, но пока не вижу, говорит, и не снимаю, но обязательно вернется на YouTube. Я очень жду ее видео, мне тоже очень она нравится. Вот. Вопрос третий. По вашему мнению, что важнее и интереснее на вязальном ютубе? Мастер-классы, влоги, обзоры пряжи, болталки или всего должно быть понемногу? Ну, всего, девчонки, должно быть понемногу. Люди разные приходят. Кто-то идет учиться, кто-то идет просто повязать под болталку. Я так вот это дело вообще обожаю, да, врубить болталку. И мое такое вот, чтобы час бы сидеть, мне вот нравятся Алинины влоги у Алины. У нее там такие бывают, что на 2 часа, как засел с вязанием, все, отключаешься, ни о чем не думаешь, сидишь, смотришь, а Алина любит поговорить, я вообще это обожаю, просто сидишь, слушаешь, одним глазом где-то смотришь, а если в особенности, вот как у меня сейчас, просто гнать платочную вязку, кстати, я не сказала, что я вяжу детский комбинезончик регланом сверху, вот как-то так, из пряжи Alize Lana Gold Classic, и сейчас спустила ниточки. Нет, все нормально. Вот. Ну и, конечно, мастер-классы должны быть. Обзоры пряжи. Вот, девчонки, здесь уже, конечно, ну, не мне судить, потому что я обзоры пряжи не смотрю. Честно, не смотрю, потому что... Нет, могу, знаете, глянуть мнение девчонок по поводу пряжи, стоит ли ее покупать. Ну и то, если, допустим, кто-то скажет мне, что не стоит ее покупать, я ее все равно куплю и попробую, потому что мне самой интересно. Ну, мне кажется, у каждого свое мнение сложится, да, вот кто-то скажет, пряжа колючая, а мне, допустим, она не колючая, или наоборот. Ну, в общем, я в любом случае буду перепроверять, поэтому я обзоры пряжи не смотрю. Ну, очень многие девчонки смотрят, и, конечно, это тоже нужно все. Поэтому должно быть всего понемногу. Вопрос четвертый. Когда вяжете, что смотрите? YouTube, фильмы или любите вязать в тишине? В тишине вязать вообще ни за что в жизни не буду, потому что у меня и пальцы начнут, руки перестанут шевелиться. YouTube, конечно, смотрю. Если на YouTube в моих подписках ничего нет, то, конечно, я могу включить фильмец или музончик. Но сейчас пока я музыку не слушаю, да, до Пасхи, на время Великого Поста. Вот. Вопрос пятый. На каком устройстве снимаете видео? Телефон, фотоаппарат, планшет? Укажите модель. Так, сейчас на данный момент я снимаю на телефон. Но когда я только открыла свой канал, я снимала на фотоаппарат. По-моему, Nikon назывался. Ну, такая цифрик, ну, маленький такой. И качество было плохое. И мне писали, что качество плохое. Ну, я, конечно, подозреваю, что... Тогда я и со светом не умела вот играть. Сейчас у меня, допустим, свет, да, если я даже вниз снимаю, я обычно и ночью могу видосик поснимать, у меня прожектора мощные, да. А тогда я с этим делом не разбиралась. И плюс, конечно, очень сильно YouTube поганит картинку, когда обрабатывает видео, да. Но в то время я еще этого не знала, поэтому я думала, что значит нужно снимать на телефон, и заказала держатель на штатив для телефона, да, и пока он не пришел, снимала все на этот фотоаппарат. Ну, конечно, немного писали, потому что немного смотрели, да, что там было, 30 человек подписчиков. Вот. Потом пришел держатель на штатив у меня для телефона, я стала снимать на свой телефон, тогда у меня был ZTE Blade, ZTE Blade 10 или какой там, не помню, короче говоря. Вот, и я снимала на него, считай, до Нового года практически, вот, да, до этого Нового года, где-то в декабре месяце, я пошла снимать видео, и он у меня выключился и не включается. И вот я и так его и сяк, ну, не включается, и все. Я психанула, поехала, взяла в рассрочку вот этот телефон, на который я сейчас снимаю, телефон Meizu M6, телефончик, ну, недорогой, да, не те, что вот Хоноры сейчас идут с двойной камерой, все, конечно, нет, но я этим телефоном довольна. Камера, что вот это сейчас я снимаю, я себя вижу, как она фронтальная, по-моему, называется, ну, в общем, что передняя, что задняя камеры, 16 мегапикселей, и, ну, достаточно качество хорошее, и 2 гига оперативки на ZTE был всего гиг оперативы, и на борту 16, а на ZTE было 8. Но все равно этого, конечно, маловато. То есть, допустим, я сижу, снимаю, и 30 минут
и все, и меня отрубит, и мне нужно будет по новой включать. Я хочу телефон в ближайшем будущем. Надеюсь, что осенью я себе такой телефон приобрету. Сейчас у меня пока платится кредит за планшет сыну. Я брала ему в подарок. И потом думаю, что осенью я возьму себе телефон нормальный, да, тот же Honor, какие сейчас идут вот эти, или Samsung какой-то, да, чтобы у меня 128 гигов было на борту, чтобы мне не было, чтобы не было у меня этих флешек просто, да, карт памяти, чтобы ни о чем не думала, и можно там будет снимать не 30 минут сидеть, да, если как-то что-то, какая-то болталочка и разговориться, и не нужно будет напрягаться, а снять одним дублем и ничего не монтировать. Вот. Так что пока вот так вот. А что еще мне на этом телефоне нравится? Я могу сама себя фотографировать. То есть я, допустим, поставила на штатив, у меня таймер поставлен 3 секунды или 10 секунд, еще есть таймер, да? То есть я, допустим, 10 секунд таймер поставила, нажимаю на кнопочку, отошла куда мне надо, встала как мне надо, за 10 секунд успела и сфоткалась. И все. Вот нужно как-то собраться и сходить отфоткать свои вязаные вещи. Решила, довяжу вот эту вот коричневую из Махера Деликата кофтеечку и пойду фотографироваться. То, что у меня отснято, вернее, связана кофточка из Ангоры Голд Симли, да, та, что всем понравилась. Вот, поэтому отфотографирую, чтобы все вот одним разом, когда еще в особенности погода наладится, потому что у нас уже неделю какой-то дождь льется снегом и вообще непонятно, что творится. Так что вот так. Пока я своим телефоном довольна. Ну, единственное, что, да, я его расколотила, он у меня упал, и у меня сейчас такая на весь экран трещина. Ну, пока не сломанная. Нужно будет просто целый модуль заказывать. Если начнет глючить, то тогда закажу модуль, и просто это дело все поменяется. Тоже это ничего сложного нет. Вот. Вопрос шестой. Что сейчас у вас в процессе? Если можно, покажите. Ну, в процессе детский комбинезончик регланом сверху из пряжи Alize Lana Gold Classic. Номер цвета не скажу, но в палитре Alize называется цвет камень. Потом у меня в процессе, раз уж показывать буду, показывать. Моя кофточка, тоже реглан снизу. Практически уже вывязала все тело. Пряжа Naka Mohair Delicate. Потом у меня вяжется кардиган, там совсем немножко, мне его сейчас не показать, у меня рядом его нет. Ну, снизу просто начала вязать пока вниз полностью одним полотном и полочки, и спинка, да, выгоняю. И связалась у меня, вывязала платье лапша, вот сейчас переодела нитки, нужно вязать рукава, да. То есть, пока вот так вот все переодето, у меня всего 4 мотка осталось пряжи, и вот не знаю, хватит мне этой пряжи или нет, так еще знаете, что самая катастрофа-то у меня? Я так-то бы уже бы я продвигала бы вязать, девочки, вот, не знаю, увидите вы или нет. Короче, трындец спицам пришел, спицы номер 3.25, ну, с этой стороны еще не так сильно, но есть. А здесь уже очень сильно и цепляет прямо всю вот мою пряжу, поэтому... Как же бы показать-то? Ну, вот так вот вроде видно, да? В общем, пряжу цепляет нехило так, и, не знаю, это спицы китайские, и если я у нас здесь не найду вот такого номера спиц, получается, мне нужно будет заказывать снова точно такой же набор с Китая, с того же магазина, и ждать, когда мне эти спицы придут, и только потом уже довязывать, потому что вот этим всем делом я изорву, да, себе всю пряжу. Поэтому пока вот... Вот так вот пока вот. Но платье классное. Я еще сейчас переживаю, хватит ли мне ниток. Я хочу ниже колена. Возможно, мне придется докупать еще пару моточков. Получается, всего сейчас здесь у меня 600 грамм пряжи. Да? Я вяжу это Vita Brilliant. Вяжу в две нитки спицами номер 3.25. И получается, вот здесь сейчас 600 грамм пряжи. Начну один рукав в две нитки, второй рукав в две нитки. И потом из остатков выгоню, да, длину, но оно будет не длинное. Оно будет все равно не то, что я захочу. Так что, наверное, я буду дозаказывать еще два мотка вот этой изумрудной Vita Brilliant. Вот так вот. Но платье это я себе по-любому свяжу. Вот так вот. Так. Дальше что? Все процессы показала, рассказала, да? Вопрос седьмой.
Как вы относитесь к вязаным интерьерным изделиям? Подушки, пледы, салфетки, скатерти, вязали ли что-то для своего дома? Так, ну, давненько я ничего такого не вязала, хотя раньше, да, у меня было и на стульчики такие навязаны, да, эти бабушкин квадрат, и салфеточки всякие были. Девчонки, я умею вязать крючком, я уже много раз говорила, я неплохо вяжу крючком, но он меня бесит. Вот не знаю, почему бесит, и все. Я бывает, конечно, сяду с таким настроением, свяжу, а бывает, что просто, ну, сидишь, вяжешь этим крючком, потому что надо. Сейчас, честно, я не хочу себе домой вот каких-то таких интерьерных изделий, салфеток вот этих, бабушкин квадрат, что-то, да, в этом роде, не хочу. Но я хочу себе плед, связанный спицами, с какими-то аранами или косами, да, такой мощный плед. Я мечтаю купить себе пряжи килограмма 3-4, чтобы пледище такое зафигачить, чтобы вязать его год, но чтобы был всем пледом плед. Из толстой пряжи. Я уже вот тут подумывала, Ализе Суперлана, как... Суперлана Макси или как, ну вот этот вот толстый, которая 100 грамм на 100 метров, да, вот это из этой пряжи, чтобы прям толстющими спицами вязать и вязать, и вот несколько килограмм этой пряжи, чтобы прям был 2 на 2 такой вот плед-плед. Было бы классно, и были бы эти араны, бы косы бы, да, вот, ну просто бы здорово было. Я вижу этот плед, и когда-нибудь я целым скопом закажу себе столько пряжи и буду повязывать. Еще спицы нужно будет длинные заказать, вот именно такое, чтобы на такой, да, номер так 7-8, чтобы на бревнах прям, чтобы повязать, будет офигенный плед, я в этом уверена. Вот. А такого ничего не хочу. Многие девчонки, да, вяжут себе филейные занавесочки, это все красиво, но я не хочу, честно, я не хочу. Просто плед, да. Дальше, вопрос 8. Сколько единиц изделий вяжете за месяц приблизительно? Так, девочки, знаете что? У меня вот в этом году, как вот запустила я свой марафон, я стала записывать, да? Получается, что у меня 6 изделий в январе было, потом 7 в феврале, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 у меня было изделий, получается, в марте. Так, 4 изделия уже есть в апреле. Ну, давайте округлим изделий 7, да, потому что взять у меня в январе месяце, довязывала я бактус, потом носки, пинетки, носки и свитер, да, большой мужской свитер, по которому снимался мастер-класс. То есть потом в феврале у меня была водолазка, лапша и свитер дочери, 2 плечевых изделия. Ну, были и потом пинеточки, вот пасхальная композиция, ну, тоже мелочевка, но опять 2 плечевых изделия, да. Потом в марте джемпер из Ализе Симли и свитер папе я своему вязала. И тоже по нему снимала уже мастер-класс. Ну и потом тоже мелочевка шла. Пинетки, шапочка, ну и мелочевка, да. То есть, ну, примерно округлим так, 7, примерно 7-8 изделий в среднем, да, вот так скажем. Вот так выходит. Но если бы вязать мелочь бы какую-то, да, то, наверное, бы было бы и намного больше бы. Но, а тем более, если вяжешь плечевое изделие и снимаешь по нему мастер-класс подробный, да, у меня подробные все мастер-классы, я все попетельно провязываю, показываю вам, поэтому, да. Как-то вот так вот приблизительно. Вопрос 9. Помимо вас, кто в семье вяжет еще? Вяжет у меня дочка, она... Ну, недавно научилась вязать, но вяжет неплохо и крючком, и спицами, и игрушечки. Есть у меня, только не здесь, рядышком. Она мне подарила этого единорожика. Потом она вяжет своим сестренкам двоюродным пинеточки. Ну, неплохо вяжет. Я скажу, что для того, что для ее возраста и с учетом того, что она совсем недавно вяжет, и плюс она вяжет по Ютубу, да, по мастер-классам из Ютуба, плюс ходит на вязальный кружок в школе там со своими подружками, ну, на вязальном кружке так что-то базовое обучается, ничего такого там серьезного им не показывают. В основном она все обучается на Ютубе и все сама. И я считаю, что очень даже неплохо вяжет. И у меня вяжет родная сестра вяжет очень хорошо, но
тоже под настроение, да, то есть если нет желания, она вязать не будет, но если захочет ей, допустим, какой-то вот, допустим, классный джемпер она себе захочет, она его прям так вот сядет, ух, и на одном дыхании свяжет, ничего другое вязать не будет, будет только, вот я, допустим, кучу процессов могу развести, она такого делать не будет, она свяжет на одном дыхании, сядет, свяжет себе джемпер, и все, и потом она вязать ничего полгода не будет, ну, как-то так, да. Ну и, ну, тети родные, конечно, вяжут все, да. Все вот, все считаю, все, кто вот, что по маминой линии, что по папиной линии, тети все вяжут. Как-то так. Вопрос 10. В какое время обычно снимаете видео? Утром, днем, вечером? Так, ну, по-разному. Бывает в любое время. Знаете, бывает, что вот было тут такой период, был солнце, было так ясно-ясно было, да? И мне невозможно было ни днем, ни утром снимать, потому что везде это все отсвечивало, где-то падали тени на стол, ну, было некрасиво. Влоги, конечно, начиналось снимать, и где-то и с утра, да, когда нужно что-то показать. А так, если что-то, какой-то мастер-класс, то вечером. У меня, потому что свет позволяет, как я уже говорила, у меня прожектор вот прямо вот здесь вот он у меня висит, плюс лампа люстра тут, и тут же такая лампочка, как светильничек такой небольшой, типа бра, да. Поэтому проще мне снимать вечером, хоть и искусственный свет, но более-менее нормальный. Вот. Вопрос 11. Девочки, я хочу, вот мне, представляете, нужно отключить. Так, все, включилось обратно, это... Нужно было отключить, потому что время начало выходить. Я могу заговориться и забыть, что нужно отключиться и включиться по новой. Поэтому лучше заранее, чем потом все по новой переснимать бы, да, пришлось. Так, и на каком мы с вами вопросе остановились? Каким видеоредактором вы пользуетесь? Вопрос 11. Так, видеоредактором. На компьютере я монтирую в программе Adobe Premiere Pro. Мастер-классы, допустим, монтирую на этой программе. Потом, допустим, если мне что-то где-то, какие-то фотографии нужно вставить, то тоже на этой же программе монтирую. А влоги, допустим, или вот сейчас вот такую болталку, да, чтобы в одну кучу это все дело собрать, я смонтирую на телефоне. Программа так и называется «Видеоредактор для YouTube». Красная такая иконка. Как видеоэдитор там или видеогуру еще что-то написано, да. Ну, такое, но у меня почему-то нет. Девчонки все вот то, что на телефоне монтируют, у них есть там внизу значок такой. У меня почему-то этого значка нету. Вот так вот. Ну, красная такая иконка. Ну, вот набрать прямо в Play Market, да, видеоредактор для YouTube. И вот он прям вот первый выплывает. Вот. Ну и самый первый мой видеоредактор, какой был, с которого я начинала, это Mavavi Video Suite 12. До сих пор у меня эта программочка стоит, древненькая, конечно, но она мне нравится, она мне понятна. Конечно, там нет столько спецэффектов, сколько, допустим, на Adobe, да, Premiere Pro, там несколько дорожек и много чего можно сделать. Поэтому... Как-то так, девчонки, представляете, я досидела, довязала, что мне сейчас еще нужно два ряда распускать. Молодец. Ну ладно. Так, дальше куда мы с вами идем? На какой вопрос? На 12-й. Вы партнер YouTube AdSense или сотрудничаете с медиасетью? Я сотрудничаю с медиасетью GT Russia. Ну, совсем недавно только начала, но мне все нравится. Если у меня какие-то вопросы возникают, я пишу, и тут же на мои вопросы все ответы, все мне по полочкам разложат, отвечают практически сразу, да, то есть, ну, мне все нравится. Поэтому... Ну, с AdSense я какое-то время тут была на AdSense, но не совсем меня все устроило, поэтому... Пока я с медиасетью GT Russia работаю, и достаточно, ну, неплохие отзывы, да, о ней. Многие с ней работают, поэтому я тоже стала. Хотя изначально я подавала заявку на AIR, да, но мне отказали. А GT Russia первый раз отказали, на второй раз уже, ну, как бы согласие дали, поэтому так. Хотя сейчас вот уже мне AIR пишут сами и предлагают, да, сотрудничество.
Ну, уже говорю, вы ж мне отказали, так чего же вы мне сейчас сотрудничество предлагаете? Как-то так. Дальше. Вопрос у меня идет 13-й. Снимаете ли вы видео поздним вечером или ночью? Если да, поделитесь своим опытом. Какое-то освещение используете или редактируете качество в видеоредакторе? Ну, как я уже и сказала, да, что да, я могу снять в любое время. То есть у меня со светом не проблема. Девчонки, я когда-то в одном из своих влогов показывала. Так, у меня, кстати, сейчас вполне реально снять. Пока у меня включен вот эти прожектора. Сейчас у меня пока света достаточно, да? То есть у меня, потому что работает лампа, ну, которая на пульте, да, там очень много светодиодов. И вот здесь вот еще работает, ну, типа бра, тоже светодиодная лампочка сюда вкручена, поэтому пока света достаточно. Если мастер-класс, съемка сверху, да, вот так вот они у меня закрепляются, вот эти штучки, вот эти вот, они у меня закрепляются наверх. Я врубаю, тут смотрите, сколько светодиодов, вот эти мелкие, да, вот эти желтенькие, это все светодиоды. Ну, очень много света, очень. Вот сейчас, допустим, я если свет включу, даже если на вас наводить не буду, вот именно вот эта камера, да, которая смотрит сюда на меня, она начнет рябить. То есть, когда я снимаю, мне нужно, чтобы у меня камера та была, получается, не вот эта, которая на меня смотрит, а которая та. Так, вот сейчас, смотрите, я включу, и все, и камера запрыгает. А нет, у вас она не прыгает, смотрите-ка, она не прыгает. Но свету дает очень много, достаточно много света. Не видно. Очень-очень такие мощные. Вот так вот все идет. Ну, вы меня поняли, да? Девчонки, вот я уже говорила, что я заказывала с Китая, вернее, да, по-моему, на Джумья. И сейчас не могу выключить зрение. Оно копеечное. Они вообще копейки стоят. То есть они вот прям два сразу шли вот так вот, да? Здесь просто единственное, что вот этот шнур нужен был, ну, свой, да, у нас, по-моему, то ли от кипятильника, то ли от чего-то, сюда вот изолентой примоталось, и все. Ну, вполне дешево и сердито, девчонки, потому что мастер-классы все вот на этом деле у меня. Снимаются и вполне себе нормально, оно закрепляется у меня там сверху, но это тоже ничего сложного закрепить нету, думаю. Ваши мужчины вам, если заняться, то сделают, да? Вот так вот. Поэтому, да, я в любое время снимаю. Говорю, что мне даже бывает, что с утра днем, когда все кругом солнышко, да, мне неудобно снимать. Мне лучше проще дождаться вечера, когда солнышко уйдет, и уже потом снимать мастер-классы те же свои. Так. Вот же шкаф, да, все петли пришлось распускать и снимать. Называется невнимательность. Так, идем дальше. Четвертый вопрос. Сколько лет, месяцев вашему каналу? Дата открытия. Так, канал я открыла 19 августа 2018 года. А сегодня у меня 18 апреля, да? Сегодня у меня 18 апреля, а вы уже, получаете, смотрите 19-го. То есть, получается, моему каналу сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. 8 месяцев моему каналу. И вопрос 15-й. Посоветуете начинающим блогерам, как эффективно развивать свой канал? Так. Как эффективно развивать свой канал. Ну, для начала, девчонки, я считаю, что нужно не нарушать правила YouTube, да. Есть правила YouTube. Сделать значки на видео. Например, да, значит, делайте значки на видео. Есть правила, проставляйте конечные заставки аннотации, значит, проставляйте. Теги прописывайте. Это очень много влияет. Знаете, я вот по себе скажу, я поначалу, когда только начинала, я и теги прописывать начинала, и все там, да. Потом мне стало лень. Я не стала ни значки делать, ничего делать не стала. Ну, на сами видео, да, фотографию. То есть не сделаю фотографию саму, ничего.
В результате мне стало лень, и я сама же заметила по своей статистике, что у меня начали просмотры падать, и подписываться на меня меньше стали, и все, да. А сейчас я все по новой начала. Начала, как уже, девочки, вы, наверное, многие заметили, те, кто меня смотрит, да, что у меня и значки видео появились, и описание под видео обязательно есть, да, о чем примерно кратенько рассказываю, о чем это тоже очень много значит, описание под видео. Также описание канала должно быть. У меня, кстати, тоже описание канала, скажем так, беспонтовое. Также мне вот так, посоветовали, что само баннер, да, вот сам вот у меня там шапки обычные с сердечками, с короной связаны, детские шапочки, и зафоткано так, на таком фоне еще бестолковом. В общем, тоже нужно этот баннер канала сменить. Нужно сменить также мне... как же, аватарку, вот. В общем, те, кто начинающий, делайте сразу, как вот вы витрину магазина оформляете, также оформляйте свой канал, да, свою витрину канала. Делайте нормальный баннер, нормальную аватарку, значки видео, чтобы к вам заходили на канал, опачки, каналом занимаются, и видосиков больше, пока только вы начинаете, выгружайте каждый день, ну, или хотя бы через день, да, то есть, ну, я считаю, что начинающим нужно делать больше 2 роликов в неделю, хотя говорят, что минимально, да, 2 ролика. Но нужно делать, я поначалу, когда только начинала, я практически каждый день что-то загружала. Я считаю, что не обязательно следить за качеством, да, не за качеством контента, а за качеством картинки. Не обязательно. И мне кажется, поначалу вот... Нет ни одного блогера, у кого так прямо идеальная картинка. Нет, ни у одного начинающего блогера такого нет. И не было, да. То есть вы уже потом со временем разберетесь, да, как свет ставить, как ну, камеру сами захотите улучшить себе, да. Бывает, что не у каждого человека есть сразу же изначально хорошее качество, да, камеры также, да, или телефон с хорошей камерой. То есть, ну, все мы начинали и все мы понимаем, но контент нужно загружать постоянно. Это уже, если собрались каналом заниматься, то готовьтесь, что вам нужно несколько лет будет, годика 2, чтобы развиться, да, нужно будет поработать. Не все сразу, некоторые падают духом, я сама несколько таких девчонок знаю, которые начали, ага, просмотров нет, или плохой комментарий прилетел, ну и все, и значит, ну и все, как бы упали духом. Ну, не надо так. Я же, вот, допустим, я. Плохой комментарий в бан. Не предупреждаю. Мне не понравилось, все, тусуйтесь. На моем канале делать нефиг. И, ну, не нужно просто, что, знаете, давать повод тем же вот этим хейтерам, или как они там называются, да, которые пишут. Или чисто просто человек жизнью обиженный. Всем завидует, потому что у самого нифига не ладится. Кишка тонкая, чем-то заняться, сделать что-то путнее, да. Вот. Поэтому работайте, собрались заниматься каналом, занимайтесь, не забрасывайте каналчик. А раскрутитесь, потом уже будет попроще. А вообще наша ниша вязальная, да, она не такая уж и популярная. Я считаю, что нужно хорошо потрудиться будет, чтобы развиться и чтобы набрать подписчиков достаточно. Нужно и вязать много, чтобы было что показывать, и мастер-классы снимать. Тогда, конечно... И подписчики будут прибавляться, потому что в основном, как бы там ни было, мы все идем на YouTube чему-то учиться. Я изначально тоже пришла на YouTube учиться, а потом уже стала сама что-то снимать. Так что вот так. Всем начинающим блогерам удачи, терпения, трудолюбия, потому что трудиться действительно надо. С неба нам все оно само не упадет и не дастся. Поэтому вот так вот. Ну, а кому понравилось... Ставьте пальчик вверх. Кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Впереди нас ждет всего очень много полезного и интересного. Ну и всем спасибо за просмотр. И пока, мои дорогие.